Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом возврата переплаты по НДФЛ налоговым агентам. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. В данном письме рассматривалась возможность о возврате переплаты по НДФЛ на брокерский счет. Рассматривая эту ситуацию, Минфин напоминает, что в том случае, если налогоплательщик подает налоговому агенту заявление о возврате переплаты по НДФЛ, то в этом заявлении указывается счет, на который следует вернуть эту переплату. Но при этом Минфин отмечает, что специальный брокерский счет является именно банковским счетом брокера, а не налогоплательщика. Соответственно, его в заявлении указывать нельзя. В этой связи налоговый агент, в том случае, если такой счет будет указан в заявлении, он не может возвращать переплату по НДФЛ на данный счет. Поэтому налогоплательщикам, которые хотят вернуть переплату по НДФЛ, им необходимо указать свой банковский счет, а не брокерский счет, который, как уже указал Минфин, принадлежит именно брокеру. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.